Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж. Ты посмотри, вокруг тебя тайга. Подбрось. Всем приветики. Мы на Абгасе в парке культуры и отдыха у моря Обского. Мы приехали на фестиваль. Ну что-то с фестивалем, больше не пахнет. Что вам спросить? Где у нас фестиваль? Было написано «Парк у моря Обского». Я так понимаю, что в принципе здесь другого места и нет. Ну, если где-то только дико организован. Может, кассира спросить? Сейчас понятно. Спросим. Здравствуйте, а где-то говорят фестиваль? Это вот если вот так дальше туда пойдете по дороге прям по прямой. Там будут две полянки. Сначала с лошадками, а следующая фестивальная. А, на этих понял, там полянок, в сторону бумеранга, да? Да, на этих двух полянах и проходит. Понял, большое спасибо. Да. Спасибо большое. Там, где мы лошадок видели. Помнишь? Вот такой вот парк летний в буйстве красок. Что-то сегодня немноголюдно, хотя суббота. Он всегда был такой диковатый направленности. Чем, собственно, и прельщал свое время. Сегодня 22 июня, суббота. Отмечается День скорби в честь начала Великой Отечественной войны. В 41 году, как известно, Германия напала на Советский Союз. Эти 4 года длилась кровопролитнейшая война в истории. Вот сегодня. Итак, мы идем искать фестиваль. Вот схема размещение площадок, палаточные городки опять возродили. А раньше каждое лето заводы свои ставили, прям целые лагеря от заводов, палатки организованы. Опять собачка веселая. Это к нам на встречу. Привет, привет. А, вот он. Да потом зайдем. Знаешь, сейчас мы пойдем. Отдадим дань солнышку и воде. Мы сюда каждый год ездим. Здесь такой мини-Сочи, каменный пляжик. Очень мини. Очень мини, но тем не менее. И мы сегодня сюда занырнем. Вот так вот выглядит пляжик сегодня. Субботу 22 числа. В этом году воды много,
Да, камушка затопила. И мы нашли каменную полянку. Итак, друзья, мы в зоне фестиваля. Смотрим, что здесь, как и почему. О. Даже госпиталь мобильный есть. Так, главная сцена. Вот написано. Вода, туалет, инфернет. Тоже главная сцена. А, вон она. Ну-ка, пойдем. Пройдем. Ну, пойдем глянем, что здесь. Выпечка. Я сюда. Сашечки. Это что, мороженое? Может, еще какие-то на тебя смотрят? Ай, голубик. Мороженое. Так, я тебе дам. Нет, сколько нету. Вторую ложечку папу угостит. Ты хочешь? Так, нашли какой-то. Ты взвоешь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не себя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерть и оскал, ложь и зло. Погляди, как и клинца грубы, и всегда позади воронье и гробы. Ты не ел ни куска, если руки сложа, наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, соленые слезы на пусть, на вода, если парка Андрея Козловского, Наталья Колесниченко, Раиса Нур. Не пропустите ничего! Главная сцена. Через полчаса будет какой-то концерт объявили. Ну, пойдем пошаримся и вернемся сюда. Вот такая идиллия. Лошадки. Исконная станция. Молодая какая-то жеребушка. Жеребушка. Ну тут вон целые эти городки палаточные. Место хорошее. Вот еще один палаточный лагерь в глуши. В глуби. Чемского бора.
тоже площадочка есть для выступлений. Сцена под лампочкой. Вот она проходила с прошлой. Да. Тут, походу, у каждого клуба свой палаточный городок. Вот какой-то. Пожалуйста. Мардок-клуб. Гитарные пристани. Шаржа, да. Интересно. Пойдем выключаем. Банда какая большая. Гитару выставить всегда много. Бедно, жарко. Ну там он водичка, она может встать. Потому что ее тут действительно прикармливают. Ну, естественно. Такая ухоженная, да? Да. Кубылка. Там у них гараж. Конюшня. Конюшня. Тут плейлист. Кто поет, кто играет. Вот эту программу посмотри саму. Золотая классика на сцене низко. Это уже было 2 часа. А, сейчас будет. Да. Потом в конце это вот сейчас буду авторская песня. Это эти будут. Гала-концерт 8, да? Угу. Там еще в 0 часов, не в час что-то. Программа не веселый костер. Да, вот, программа такая, что... Историна лично. Отойди в сторону. Да нет, нормально. Видно, малые сольные концерты ждут вас. Итак, уважаемые гости фестиваля, занимайте места в зрительном зале на поляне. Для вас начинают работать малые сольные концерты. Тут какая-то заминка. Загнать не мог. На улице жарко, под 30 градусов, никто на солнышко не хочет садиться перед сценой, все в тенечке тусуются, и мы тоже. Ну, надеемся, что начнут рано или поздно. Не зря же мы ехали 1,5 часа по городским пробкам. Так. И причем не один, вместе с Андреем на сцену выходит знаменитый, великий и ужасный Роман Ланкин. Давайте поаплодируем, поприветствуем аплодисментами. Публика, да, зал сегодня полный, у нас аншлаг. Это здорово, так и должно быть. Итак, как будто каждый день на сцену выходит бесплатный Андрей Козловский и Роман Ланкин.
Да зачем так вечером? Идем ставить. И работа. Вон, спасибо. Огромный зал на 80 мест заполнен был почти наполовину. Спасибо вам всем, всем трем, я себе льщу, да. Да, всем трем любителям Андрея Козловского. Четыре, вот уже пятеро. Теряется все мое горе. Буду жить на горе, на берегу того моря, в котором потеряется все мое горе. А над морем тем будет синее небо, на волнах кораблик с трубой белой-белой. В том кораблике ты торопилась ко мне бы, и на берег мой улыбаясь глядела. В том кораблике ты торопилась ко мне бы, и на берег мой улыбаясь глядела. А когда бы к причалу кораблик причалил, я затискал бы тебя, заласкал бы, занежил. Каждый раз я, волнуясь, твой кораблик встречал бы, только он приходил бы все реже и реже. Каждый раз я, волнуясь, твой кораблик встречал бы, только он приходил бы все реже и реже. А может ведь тебе на всем белом свете и нет моря того с корабликом этим, а я просто придумал от себя убегая море причал и тебя, дорогая, море причал и тебя, моя дорогая. Вот так и живу, а живу я немало, так и буду жить. По-другому не выйдет, что у моря, которого не бывало, кораблик, который никто не видит. Что у моря, которого не бывало, кораблик, который никто не видит. Что у моря, которого не бывало, кораблик, который никто не видит. Спасибо. Большая просьба к операторам, дайте, пожалуйста, гитару в мониторную линию мою. Я ее не совсем не слышу. От меня вдалеке. Но если есть тот, кто идет по волнам, так он идет по волнам,
Там, где нет никого, в том, что я его не видел, не моя вина. Он ходит по волнам не для меня одного, а я забуду того, кого не в силах понять. Я варю пельмени и курю валем, я ночую только там, где любят меня. Я работаю, чтоб есть, чтоб работать я ем. Я ничего такого эдакого не сочинял. Я не скрипел на скрипке, не трубил на трубе. И, вероятно, мои дети будут помнить меня за то, что я хотя бы напел о себе. Я тоже был юн, я лакал портвейн, я бренчал на гитаре и выл на луну. Я мог войти без стука в любую дверь, но все-таки выбрал себе эту одну. А теперь все есть и нет ничего. Мой день похож на ночь, а ночь похожа на день. Я, пожалуй, слишком сильно надеюсь на того, который где-то там идет по воде. За окном зима, когда та, от которой ты сходил с ума, свои измены тебе зальет бокалом вина. Не горюй о ней и не стой у окна, не кури сигарету от одной одна. А бери гитару и пошла на-на. Она не земля, она не луна, она не тебе, ни себе не верна. Она в любого, кто ближе, навек влюблена. При таком раскладе она не будет спать одна. Не горю я ни, и не стой у окна. А бери гитару и пошла на-на. Не горюй, не горюй, не горюй. Не смотри в холодильник, там нет ни хрена. Я был в морозильнике, я трогал лед. Я видел, как пьют, когда жизнь голодна. Я даже знаю того, кто уже не пьет. Было время, и он стоял у окна. А после взял гитару и пошла на-на. Будет трудно включить или выключить свет. Жизнь покетчится, подымет бокал. Пива нет. И последний посетитель давно пал под стол. Ты не горюй, забудь о ней, играй свой рок-н-ролл. И покуда цела хоть одна струна, ты бери гитару и пошла на-на. Не горюй, не горюй, не горюй, не горюй, не горюй с нами по рок-н-ролл. Горюй.
а с нами по рок-н-ролл. Роман Ланкин. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Спасибо, Романенко. А сейчас на сцену выходит участник Сибирской десятки 2022 Светлана Пантелеева, город Томск. Поэтому я начну песню очень логичную, которую стихотворение написала Марина Гершинович. Вы же из Новосибирска, да, в основном здесь? Есть Новосибирск? Но Томск-то понятно. В общем, когда-то давным-давно в прекрасном городе Новосибирске родилась Марина Гершинович, потрясающий поэт. Она родилась, писала здесь, становление свое прошло, прошла как поэтесса. На ее стихи написали песни очень многие выдающиеся барды нашего времени. И вот она написала стихотворение «В полусонных поездах», а еще один бард, сибирский десяточник Слава Нольфин, взял эту книжечку, точнее так, он сидел на берегах Байкала и сочинил музыку. И никак не мог сочинить стихи. И вот девушка приехала из Питера, привезла ему сборник стихов Марины Гершинович, новосибирского поэта, которая на тот момент жила уже в Дюссельдорфе. И вот Слава открывает и говорит, и вот я вижу, что вот оно. Я теперь понимаю, почему их не было. Потому что эти стихи были уже рождены где-то там. Полусонных поездах час за часом, метр за метром, мы летим по всем приметам, оставаясь на местах. Звон фанфар и дым огней пролетающего века отделяют человека от другого человека. В этом призрачном раю, где живущий добрящет, я не спорю с настоящим, я с тобой говорю. Разговор, что кубик льда возле губ замрет, скучая, он в твоем стакане чая растворит. Стих уходит в пустоту. Санкт-Петербург.
метель плывет, как призрак, а за ним попун промозглый ветер несет бумажную листву на сгибах матовой и катит волны мостовой к ногам Ахматовой. Какой здесь нынче год и век, какое небо? Ты видишь этот город сверх, уже не требуй. Оставь надежду вся сюда невозвращенный. Как непрощенный, как тот, кого на сотни лет вперед обидели, кто, уходя, оставил свет в твоей обители, где ты все платишь по счетам, еще не съехав, где дождь стекает по щекам, где дождь стекает по щекам на барельефах, на барельефах, на барельефах. Вообще обалденно. Ага. Да, не хочется отсюда уходить. Две площадки, где поют ребята и девчата от души. Простые песенки, но очень, да, очень искренне, от души, за что им спасибо. Не зря мы проделали долгий путь, мы сегодня и позагорали, и покупались, и послушали хорошие песни, чего и вам желаем в этой нашей нелегкой, но прекрасной жизни. Побольше светлых дней, теплых и радостных.